Здравствуйте! Какое у вас сегодня настроение? Хотите улучшить его? С очередной крутой историей это сделать очень просто. Вы, наверное, и не подозревали о том, что огромное количество персонажей прибыло в битву древних из космоса. Также они частенько имеют связи с другими измерениями. Гость этого выпуска не исключение. Морфлинг слишком долго дрейфовал в невесомости, чтобы сейчас спокойно смотреть на то, как свет и тьма враждуют друг с другом. Возможно, у самого влажного персонажа в игре есть свои мотивы. Какие? Чтобы узнать о них поподробнее, вам придется полностью сконцентрироваться на нашем рассказе. Не будем терять времени. Поехали! Представьте себе комету. Притом непростую. Она состоит полностью изо льда. Комета бороздит просторы космоса, словно ожидая чего-то большего. Казалось бы, после истории аппарата такое не должно вас будоражить. Если бы не одно «но». Это тело все же упало на одну из планет. Вы уже догадались, какую? Да, именно ту, где древние пытаются выяснить, кто из них круче. Из кометы вылезло нечто необычное. Существо, которое не имело своей формы. Взглянув на мир вокруг, оно сразу же увидело сражение. Это была война за Влой. Не спрашивайте, я сама не знаю, где это поселение находится. Но то, что Морфлинг познал ненависть в новом для себя окружении, сыграло важную роль в будущем. Именно тогда элементаль начал принимать формы разных воинов. То есть не просто визуально превращаться в них, а заимствовать их навыки. Он опробовал себя в роли лучника, пехотинца, кавалериста. Но было ли у него какое-то особое предназначение? Или то, что он упал именно на эту планету, всего лишь совпадение? Не верю. Вы же сами знаете, что на все есть свои причины. Дело в том, что Морф – необычное существо. В предыдущих выпусках я очень много рассказывала о разных вселенных. Здесь без подобного рода тайн тоже не обошлось. Никто не знает, откуда появился персонаж, но известно, что он существует в нескольких измерениях сразу. Как вы уже поняли, таким фактом уже никого не удивишь. Морф – это создание, находящееся одновременно в земном и астральном мирах. Если вы немного затерялись в фактах, посмотрите наш выпуск о семи измерениях. Некоторые персонажи вовсю используют энергию из астрального мира. Титан, например, призывает оттуда свою копию. Как существо, которое появилось после зарождения Вселенной, он точно знает, откуда взялся Морф. Рассказывать об этом другим Элдер, конечно же, не спешит. Окей, герой этого выпуска не просто использует водную стихию, чтобы бить лица врагам и превращаться в них, а имеет связь с другим миром. Но почему он просто не остался лежать лужицей воды возле разбитой кометы? Никого не трогаешь, думаешь о высоком и все такое. Ответ на этот вопрос разработчики дали в одном из сетов Морфа. Да-да, там тоже есть лор. И в этом случае он очень важен. Для начала вы должны знать, что после раскола Безумной Луны на Землю упали древние, а также камни тьмы и руда света. Это что-то типа ископаемых, из которых, кстати, некоторые хитрые мастера ковали оружие. Так вот, у Морфлинга есть два одеяния. Одно из камней тьмы, а другое из руды света. Нас интересует именно последний сет. В нем есть очень занимательная вещица. Из истории короны можно узнать, что именно свет заставил Морфа вылезти из осколков кометы и принять свою первую форму. Ну а дальше все пошло как по накатанной. Он повстречал немало других героев, даже подружился с одним из владык водных просторов по имени Берот. Этот правитель подарил Морфу одеяние в знак хороших взаимоотношений. Морфлинг до сих пор встречает новых друзей. Самое главное, он не наживает себе врагов. Try some Morphling. You're made out of tears. Blood in the water. Nothing wrong with water. A bit of hops and malt could fix. Morphling, you're making me thirsty. Ah, a sauna. I love steam. Keep your clones to yourself. I expected better from such a good conductor.
I always pitied you, Morphling, for having to carry Kunkka's ships. No empathy test can save you from the watery replicant. I think it's great you keep reinventing yourself. Your water dance is overrated. Сам Морфлинг отвечает лишь нескольким персонажам. Mina, how I love to quench your flames. You'll never freeze me, Crystal Maiden. Back to the deeps with you, Snardar. Если говорить об отсылках, то Морф в этом плане не может похвастаться чем-то выдающимся. Одна из его фраз является отсылкой к песне группы Pixies. Вот и все. Wave of mutilation. Если вам захотелось узнать больше о Морфлинге, тогда вспоминайте уроки химии и биологии. Как видите, в мире Доты 2 вода способна делать чуть больше, нежели мы можем себе представить. Куда летела комета Морфа и что с ним случится, мы наверняка еще когда-то узнаем. А до того времени запомните. Вам не нужно пить по несколько литров жидкости в день, если вы на 100% состоите из воды. До встречи!